Межрегиональный образовательный форум «Молгород» в самом разгаре. Погода стала прохладнее, но это не мешает участникам ни веселиться, ни учиться на свежем воздухе. Все площадки работают по расписанию. Сегодня на одной из них пиар и журналистика. Свой мастер-класс провело и национальное телевидение «Чувашия». Я бы сказала, что завод это довольно-таки большой, и очень огромное количество мусора сможет переработать. И сейчас Максим Александрович, главный технолог этого завода, расскажет нам поподробнее. Максим Александрович, скажите, пожалуйста, вот как после того, как мусор будет поступать на ваш завод, как он будет распределяться? У нас есть 3 цеха по переработке картона. Завод оказался вымышленным, как и 3 цеха по переработке картона. Да здесь и факты были не особо важны. Ребята придумывали новости на ходу. Сюжеты тут же складывали в один информационный выпуск новостей. Такую форс-мажорную ситуацию эксперты создали специально, чтобы показать жизнь в прямом эфире. Именно так назывался мастер-класс национального телевидения «Чувашия». Редактор Галина Титарчук, оператор Евгений Анисимов и режиссер Валентин Петров рассказали о командной работе на телевидении. Как организовать работу на съемочной площадке, какие условные знаки подают журналисты операторам, какими приемами пользуются на интервью. Секреты телевизионного процесса участники форума и применили на практике, перевоплощаясь в разных персонажей, от рок-звезды до главы республики. Возможно, среди них эксперты увидели и будущих коллег.